Ай, зря ты кинул. Ах ты придурок. А я отошел. Вот такая битва, да, у нас с тобой, челепиздрик? Подеремся, подеремся. Тирака замочил. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега. Как всегда, отличное настроение. Серега, поздоровайся. Приветики, омлечки. Если тебе не пустите, приятного аппетита, а мы начинаем выживать в диком лесу. Погнали. Так, красота. Я, кстати, веревку нашел. Так, Серега, я возле тебя, далеко не отходим. Потому что могут аборигены начать резко нападать. Это хорошим не закончится. Да. Так, водичка есть, все в норме, все по красоте, все контролируем. Блин, как я соскучился за этой игрой, она очень крутая, очень. Поэтому, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord. Ссылочка в описании, любой может зайти поиграть. Главное, что, чтобы игра была куплена в Steam. Ого! Опа, ну ладно, я не ожидал, что гром будет. Блин, Серега, дождь гром пошел. Территории. Ой, подожди, а что у меня не получилось? Потому что давай, наверное, отойдем. Серега, ты правильно сказал, идем отсюда. Подальше отойдем. Аборигены, Тима. Валим, валим, Серега, за мной. Ё-моё, ребят, вот это мы заспавнились вообще не в тему. Быстрей, Серега, за мной. Рюжи не в том месте, не в то время. Блин, я хотел костер ставить, вот это я глупый. Они видят, что мы хотели, да, что-то построить, им это не понравилось. Да. Кстати, Серега, эти аборигены, они могут лазить по деревьям. Будь осторожен. Обезьян. Они могут нас преследовать по деревьям, я уже это наблюдал. Я устал. Еще одна деревня, Дима. Ё-моё, да что ж такое, нам не повезло, Серега. Ну ничего, будем сейчас петлять. Воровать все будем здесь. Думаешь, там что-то есть? Они не гонятся за нами, ты видел те? Не знаю. Ну, блин, я их так боюсь. Так, все отлично, ребятушки, собираем. Все собираем. А ты что, в юбке бабской ходишь? Я в бабской юбке хожу? Да. Я трансгендер. А, нет, все, теперь я нормальный мужик, Дима. А ты тоже в юбке бабской ходишь. Серьезно? А как убрать вещи? А вот сюда посмотри, тут ящиков, это одежда должна быть, переоденься. Дима, я их слышу. Валим, быстрее уходим, Сережечка. Пофиг. Ты тряпки я забрал, валю. Бежим. Надо валить отсюда. Надо попить. О, ягуан, этот козел вонючий, иди сюда. Блин, я его не ранее убью никак. Варан? Его надо только копьем. О, он застрял! Ах ты, зараза, а! Серега, дождь еще сильный, ураган! Ого, что творится? Да прям ветер сильный, этот. Ну, у меня такой шум. Но... О, Серега, я сделал копье. Я вспомнил. Две палки, да. И нажимаешь объединить. Все, я черепах, короче, мочу, нам надо будет сейчас черепахи, срочно. Еда, панцирь, сранцирь, да? Это черепадла. Ну, стой. Серега, ты там крафтишься? Да. Так, Сережечка, я разделал черепашечку. Отлично. Ладно, больше не будем убивать. Чисто для вот таких вот целей сделал, чтобы было. Ну, ты ее, кстати, это потрошил, Дима? Да. Забрал этот ее? Да. Корпус? Да, все забираю. Еще одну на всякий случай убью, чтобы мясо было. Мы сейчас, короче, будем костер разводить. Но мы, наверное, с этого места уйдем. Мы все равно находимся близко возле аборигенов. Нам надо, наверное, дальше продвигаться. А вот, смотри, панцирь. Вот, теперь я его заберу. Он в воду упал тот. О! Все, так, что я могу сделать? Джи. Выбросить. Так, Серега, крафт копье себе? Уже скрафтил. Так, полетели. О, еще сундуки, меня это радует. О, с копьем быстрее, понял, открывать их? Ну. Отлично. Надо все собрать, потому что бывает попадаются очень классные вещи, особенно мячик, например. Это самый бесполезный. Тихо. На самом деле. Тю, это ты бегаешь, я думал, тоже какие-то аборигены. Возди нас. Да ты что, я есть. Акула, абориген. Акула. Где? А, ну это дохлая акула. Ну ничего, ее набери. А ее аж можно как-то разделать, не? Не знаю. Не, наверное, уже мы ничего не сделали. Это просто дохлые вонючие акулы. Нам, наверное, надо убить. Ого, здесь еще сундуков, а тоже все полутало, здесь полутано. Так, ну что, давай, наверное, дальше будем, да, идти? Давай вдоль берега вот так и пойдем.
И сейчас наткнемся на армаду аборигенов. Мне вообще интересно, здесь карта генерируется или она всегда одинаковая? Она всегда одинаковая. Все, вопросов нет. Просто самолет падает в разных местах, да? Да, да. Это уже 100% доказано за Нуси. Отлично. Блин, вот, классная выживалка. С помощью копья можно добывать это... Рыбу. Да. Варанов классно мочить. Можно бежать и копьем вот так махать. Да, кстати, вот этих застранцев надо всегда мочить, потому что с них эту кожу срываешь. По сути, халявная броня. Да-да-да. Кстати, наверное, мы будем, если так будем идти по сундукам, мы, наверное, дойдем до второй части самолета. Я выдохся. Это бывает, Сережечка, я с тобой. Так, сейчас, наверное, будем немножко вправее уходить, в лес поворачивать. Потому что... Надо уже делать укрытие. А сколько время? Как посмотреть? Я уже не помню. А, рацию, да, наверное? Я слышу аборигенов. Да? Какие они звуки издают? Да. Какой-то блин, такой. Да вонючие аборигены, валите от нас. Блин, ну стрёмно, если честно, вот так реально сверху. Стрёмно. Они походу сверху, там я увидел что-то их. А представь, они все это время за нами следят. Да. Это вообще трэш был бы. Остров. В океане, О, я вижу место, где мы будем ночевать, Сережка. Лесу. О, лес. Правильно идем с тобой. Надо отлично. Камешки, может, по пути собрать. Камешки, видишь, что? Камней здесь хватает в этом лесу. Сейчас будем укрытие делать. Или домик, или палатку такое там есть, охотничье такое укрытие. Что-нибудь сейчас будем делать. Но здесь я классно, думаю, что домик. Можно строить, походу, сразу все, не надо уровень, ничего открывать здесь. О, кто-то бегает там. Аборигены, Серега! Тихо-тихо, на карты, Дима, на карты. Садись. Бежит за тобой, Ё-моё, побежали назад. Не-не-не, давай мочить. Ты будешь мочить водим копьем? Это ребенок. Ребенок? Да. Это ребеночек. Укусит, Дима, не подходи сейчас. А, очкует меня. Блин, ну мне, мы как-то пришли, наверное, не в том месте. Тварь! Это мама пришла. Серега, может будем валить? Мы их не убьем, они нас завалят, если на толпой нападут на нас. Уходим. Мы потом же можем, Серега, построить плот и туда поплыть. Твою мать, они завалить его! Уходим, Сережечка. Блин, представляете, какие жесткие нам попались? А уже темнеет. Ну что, мы костер разведем. Дима, они бегут. Да я вижу. Придурок, отвали от нас. Мы на ихнюю территорию, получается, зашли, да? Ну да, там были тотемы, ты что, не видел? А, нельзя было. Слышь, придурок, отвали от нас, он до сих пор за нами бежит. Представь, они сейчас нас окружат. А я тебя... Дима, зайди! Слышь! Придурок, мы тебя сейчас убьем. У меня выпьемся. Сейчас, Дима, я выпью. Сейчас, Сережечка. Ждем, да, чтобы были удары сильные. Топор, наверное, надо брать. Единичку нажимай. А, зря ты кинул. Ах ты, придурок. А я отошел. Вот такая битва, да, у нас с тобой, челепиздрик? Подеремся. Серега, замочил. Убежал. Испугался, представляете? Я забрал его туловище и выкинул его. Нет, мы его все-таки, давай, наверное, выкинем. Давай его распотроши. Давай, я на него злой. Тварь ты такая, а? А мы все правильно делаем, да? Убийца ты. Да, блин, знаешь, сейчас солнце сядет. Уже закат. Может, давай поближе к в лес побежим? Да, я возвращаюсь в лес. И сейчас сразу мы тут поднимаемся наверх и сразу начинаем строить лачугу нам. Просто блин, я проголодался. Меня побила эта гадина. Мне надо отлично. Таблетку создать. Давай, я отдыхаю. Ух, честно скажу, битва была, ребята, серьезная. Но их нафиг. Придурки какие-то. Вот там что-то было. Все, собираем. Камешек ты собрано. Видел, ты видел, это сыкло на нас напал? И как только мы замочили, да, отступили. Не, ну он думает, что... Короче, вдвоем герои были, как один, все, абастротейшн. Как шакалы на одного накинулись, а потом... Представь, сейчас тоже их тут будут лачуги, я офигею.
Сплюнь, блин, Дима. Это был бы прикол. Че, где-нибудь тут? Давай вот здесь вот будет. Хорошо, да, вот здесь вот место? Да. Смотрите, как красиво сделано, но это просто реалистично очень смотрится. Не ешь это говно. Фу, оно ядовитое. А Серега уже поздно. Так, собираем. Че будем строить, Серега, строить? Так, домик. У нас есть домик, но 82 бревна надо. Или временное убежище. Временное? Ну-ка. Небольшая хижина, 13 бревен. Может, охотничье укрытие? Давай вот этот мы, Серега, короче, делаем, смотри. Все. Добываем деревья. Нифига не видно. Подожди, а как ты... огонь, зажигалочку, как вот жечь? О, ну, хоть, что, хоть что-то видно. Упа, берегись. Рубим. Серега, давай, знаешь, как мы делаем? Один рубит, а один быстренько ставит ревна. Понял? Проверено уже годами. Это практика. Знаешь, что нам сейчас, Серега, надо сделать обязательно? Костер разжечь вот здесь вот прям. Обязательно, обязательно. И мы потом сохранимся, и все будет по красоте. Так, дерево большое попалось. Так, ставим костер, давайте. Так, у нас вот здесь вот кострище. Костер, основной огонь. Так, еще где-то, Дима, 4 бревна. Так. Ой. Так, Сережечка, костер есть. Сейчас разгорится. Давайте, наверное, еще один побольше сделаем, потому что что-то мало света совсем. Игра это темновато. Это временный костер, Дима. Да. Давай, короче, сделаем кострище. О! Вот здесь вот прям сделаем, чтобы нас все знали, что это наша будка. Так, что нам надо еще сюда? Палочки все, надо, Дима, да? Будка есть. Аборигены. Аборигены пришли? Ой. А как открыть? А. Дима, аборигены. Я вовнутрь зашел. Заходи вовнутрь дома. Как? Просто до калитки подходи, толкай ее. Все. А мы можем вот теперь, смотри, я могу сохраниться. Чпоньк. Я тоже сохранился. Давайте вот слот 5. На последний самый. Подтвердить. Так, а мы можем перемотать же как-то время? Я уже не помню. Или надо нам... Тут надо ждать, видимо. Видишь, что? А, да, чуть-чуть подождем сейчас. Ну, согласись, классно, что мы сделали вот это, именно домик этот. Ага. Мы в безопасности. Смотри, как там костер это находится еще в окошко. Офигеть. Блин, ребята, это очень круто. Атмосферненько. Мы, знаешь, в безопасности. Нет. Они могут наш дом поломать. Сейчас мы будем спать, ребятушки. Все будет красиво, переживем. Придурки, отвалите. Короче, нам придется отсюда петлять. Это время, надо было убежище. Я, пожалуй, пойду замочу, задолбал. Зря, Серега, ты проиграешь. А мы не сможем спать по одному. Надо, чтобы вдвоем спали мы. Возвращайся, Серега, уже время. Все, можно спать. Я убил его, Дима. Все, Зет. А, один из двоих. Я бегу. Давай, Z нажимай. Один из троих. Это прикол, бросай его. G английскую. Так, и Z. Я нажал Z, еще раз Z. Да. Так, ребята, ну что, ночь номер 2. Ой, день номер 2. Дима, смотри, он в текстуре. Не, у меня он нормально лежит, кстати. А у меня в текстурах застрял. Ого, Серега, ты тут наделал. И жратвы. Нормально. Кстати, ну, вкусненько. Нога аборигена. Вкусно. Натуральное мясо. Ай, жопа горит. Да ничего страшного, Серега. А хорош. Кстати, на улице день, а в лесу темно. Да, как-то вот прям сделано так классно. Серега, пошли ловить рыбу. А что ходить? У нас тут, смотри, сразу водоем с рыбой. Кстати, я самое больше люблю рыбу ловить. Смотри, какую рыбу поймал, Серега. А смотри, какую я поймал. А, видишь? О, что я зажигалкой хожу, как идиот? Так, забрать рыбу. Кстати, у нас сегодня с тобой жареная рыба будет? Да. А мы что, всю выловим в этом водоеме? Да. Моя. Ай, блин. Где же прав... А вроде ж ПВП выключено. Так, у меня же рыба не влазит. Так, костер у нас горит, хижина наша стоит. Может, давай побольше дом построим?
Вот этот Дим может. Хижину давай построим. Давай. Так, а где будем ставить? А я вот уже поставил. А ты уже поставил? СТП. Р. Смена. Так, ну что, погнали. Копьем что-то. Серега, не получается, придется топора, ладно. Киликшик, конечно. Профи, обращайтесь, если надо построить дом. Мы с Серегой самые лучшие строители по домам. Все строим, все классно, да все четко. Я вщут построил дома на дом. Да, сейчас будет красивый дом. У нас сейчас будет такой дом, а уже во второй серии, когда у нас будет по The Forest выходить, то мы сделаем здоровенный дом. А лучше делать дом на дереве, Серега. Может, сразу на дереве делать? Да я уже... А, все уже. Серии, да. Хорошо, хорошо, хорошо. Также интересно. Мы Короче, ребята, строим город. Ну, по красоте. Давай, дерево, срубывайся уже. Ты тоже, Серега, лупишь? Да. О, вот он пол леса срубил. Кстати, мы включили, что деревья не восстанавливаются. Так что тут скоро будет просто лысое поле. А знаешь, по идее, со временем это мертвая вообще территория будет. Тут ни травы, ничего такого не будет. Ничего. Так, да. Бревна собираем. Нифига себе, мы что-то ставим, а их не видно, да, эти бревна? Не, почему есть? Крыша Ой. Делается. Ну ничего, ничего, да, сначала же крышу надо сделать. Давай, дерево, падай уже. Отлично. А вот еще бревна. Есть. Мы уже тут залупили. Нормально деревьев срубили. Отлично. Лесорубы, Серега и Дима. Главное, чтобы эти челепиздрики к нам не пришли. Да придут это ляпусы домой. Отлично. Я что, подустал, Сережечка? Я тоже. Главное, что у нас есть рыба, мы можем все пожарить и приготовить. Пожарить, пожрать, посрать. Не проблема Чили вообще. Есть. На природе мы как-никак. Главное, что у нас всегда есть посрать. Да. Ну, дом мы должны по-любому построить в этой серии. Дом будет построенный. Отлично. Бревно! Осторожно! Если упадет дерево на дом, дом может поломаться. Да. Так, Серега, давай, я дальше луплю, а ты давай бревна сложи. Отлично, ребятушки, мне нравится. Бум, все так громко, вообще классно. Так, давай это дерево тоже мне не нравится. Скоро весь лес срубим, Дима. Ну, хоть солнце делаем, то в теньке живем, давай, чтобы было солнечно, красиво. 28 с 89, Дима. Нифига себе, мы будем целый день, да, его строить, я так понимаю? Ну, мы построим. Если, ну, знаешь, это плюс то, что мы с тобой вдвоем, представь, одному играть, это вообще... Да, ну да, это можно 2 дня его где-то строить. Реального времени. Точно, что 1 к 1 будет. Бревен хватает, Серега, налупил нормально я уже. Я вижу. Тенек уже уходит. Уже у нас солнечная сторона здесь получается. Будем ловушки ставить. Деревянный Тут сок зато собираю. Да. Отлично. Смотрите, как мы здесь... Что-то вырисовывается. Да-да-да, Серега, красота. Давай дальше Правда, будем. Правда, знаешь, физики нету в том, как эти бревна лежат друг на друге. Нормально, все есть, красиво. Черная игра, сколько уже лет этой игре получается? С 14-го года. Ну, нифига себе, классная, до сих пор она актуальна. Ого, тут бревен лежит. Где? Тут, возле меня, где я сейчас луплю, куча бревен. А я ищу, блин, это... Ну и где же эти ваши бревна? Собираем, все красиво. Дом будет построен вовремя, в сроки. Мы должны до темна закончить. Иначе нам не заплатят начальники. Начальники. Начальника. Ускоряемся, Серега.
Да как ускоряемся, я тут запыхался уже. Скоро обед, блин, да? Я не знаю, да, с это, котлетками, пирожками, нет, с пюрешкой. Блин, я что-то, знаешь, на кусты эти смотрел, Дима, я подумал, это абориген какой-то стоит, а это куст оказался. Поломай его, чтобы он тебя потом ночью не пугал, выйдешь в туалет, обосыся. А у нас, а, стоп, мы же на улице стрём, точно. Ну да, как положено. На природе, на свежем воздухе. Это точно. Кстати, осталось совсем немного бревен. Да. А у нас что, в доме будет? Ого, там что-то упало. Это большое, это дерево залупил. А оно прям на наш дом упало и сломало ветки. А потому что... Поломало, да? Ветки. Я думал, сам дом разрушило. Пуст у нас был в доме. Так, надо поесть, мне что-то проголодался. Палатка вообще в тему помогает, да? До упора, короче. Отлично, продолжаем. Тогда будет жареной рыбки сейчас делать. Так, все здесь вообще выравниваем. Кто будет поле у нас тут будет? Живем в поле. Я выдохся. Ничего, покушай. Отлично. Да, я поел энергии теперь, ты что? Шоколад делает чудеса. Пол леса разрубили, чтобы дом построить. Браконьеры. Дело сделано. Дом будет построен. В сроки. Даже если нам придется вырубать всю планету леса. И насрать, что дышать не будет нечем, да? Ну, главное, чтобы дом был. 69 из 89. Да. Близится финал. Я думаю, что еще пару минуточек, и дом будет закончен. Здесь вообще можно сделать красивый большой дом и мебель, там все делать. Ой, я устал. Ты что, не надо, на нас разоблачение запишут, он вам не Диму. Так, 72 из 89. Так, Серега, вот тут куча бревен, где я сейчас был. Сейчас я тут это большое срублю. Отлично. Ходим пешком, потому что устаю. Еще 15 бревен осталось, Дим. Угу. Это хорошо. Так. Это у нас, короче, получается, мы туалет сделали рядом. А теперь это домик уже. Так. Или сарай-то. Ого, ветер усилился. Ты думаешь? Может, опять сейчас дождь пойдет? Хотя на дождь не похоже. Хорошая тут погода. Тут рандомная погода же. Ну да, может и дождь пойти. Так, куча бревен налупил. Так, ой-ой-ой, главное, чтобы на меня не падало, а то прибьет. А я даже не знаю, убьет деревом или нет. Ну, по идее, должно убить. 11 бревен, Дима. Да классно. 9 бревен осталось. Так, сейчас я что-то пособираю, я знаю, что тут еще бревна есть. Вот. И вот. Дерево было большое. Ты что, с двумя бревнами так бегать? Вот это мы с тобой строители, Серега. Вообще, молодцы. Так, ребятушки, осталось... 5 бревен. 2,5 ходки. Сейчас мы тут дерево долупим, и будет все вообще шикардос. Отлично. Так, мы можем костер в доме потом поставить, и у нас там будет светло. Дима, одно. О, мы построили дом. Построили дом? Так, выбрасываем бревно. Ура, ребята, заходим и смотрим в нашу хижину. Ну это уже что-то получше. А кто тут набрался? Ты уже насрать успел? Да. Блин, прикольно. Так, сохраняемся, да, Сережечка? Сейчас. Я сохранился на всякий случай. Отличненько. Ты уже костер даже сделал? Во. Мы теперь можем жарить тут, да, мясо? Да. Так, отлично. Чего мы можем еще скрафтить? Можем. Так, клетку. Ой, я сейчас поставлю огонь на подставке, чтобы мы видели, где наша хата. Я водосборник поставлю. Давай.
Так, у меня же есть черепашья, это кабака. Да, да, да. Так, давай камни, есть у тебя камни? Нет, у меня... Сейчас. Я нас собирал. А вот они... Слава они богу, камней здесь миллиард. Серега, ну смотри, какую мы здесь вообще красоту себе сделали, ну. Тут, кстати, пеньки можно убирать, Дима. А пусть будут. А на чем нам сидеть с тобой? А так, кстати, стали с тобой и обедаем. И обедаем. Ну, его убрать? Хотя... Да, его можно, я ступил каким-то. О! Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики. Еще.